Наталья Комарова сегодня работает в Кандинском районе. Один из пунктов программы – посещения индустриального парка «Кандинский». Его создали на базе закрывшегося завода МДФ «Плит» в Мортке. Самый крупный резидент отремонтировал и модернизировал производственную линию. В апреле этого года она вышла на плановую мощность. Также на территории индустриального парка работают резиденты поменьше. Производят, например, мебель, топливные брикеты. Кроме того, губернатор сегодня проведет встречу с жителями муниципалитета. Обсудят реализацию национальных проектов в Кандинском районе. В Советском районе завершился капитальный ремонт участка трассы Северного широтного коридора. Реконструкцию дорожного полотна провели на участках со 101 по 103 километр Советский Ловинское месторождение и на подъезде к аэропорту. Здесь уложили новое асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины, обустроили карманы с остановочными комплексами, установили освещение. Стоимость контракта около 140 миллионов рублей. Средства на реконструкцию были выделены из окружного бюджета. Отремонтировали этот участок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». По сравнению с тем, что было, это, конечно, автострада высшей категории. Нам очень нравится. Главное, чистят, ухаживают и, ну, по крайней мере, ворота в город стали краше. Замечательная дорога. Обзор больше стал. Не стало никаких арок лишних, которые обзор загораживали. Просторная, удобная, ровненькая дорога. Нами приложены все силы для обеспечения максимального качества, и мы от своего лица и наша компания гарантирует исполнение и содержание в надлежащем состоянии. После подписания акта ввода в эксплуатацию будет подписываться гарантийный паспорт. Этот участок трассы относится к дорогам окружного значения. Реконструкция велась под контролем регионального управления автомобильных дорог. Члены комиссии провели предварительную приемку выполненных работ. Есть результаты диагностики, которые подтверждают, что объекты выполнены капитальным ремонтом в соответствии с проектной документацией и соответствуют всем нормативным документам. На этом ремонт дорожной сети в пределах Советского района не закончится. В планах регионального управления на этот год ремонт объездной дороги города Советский, а также разработка проекта и подготовка проектной документации для реконструкции участка трассы Югорск-Таежный. Мини-автопоезд. Накануне собрали водители Нижневартовска. На улице Кузоваткина Nissan, не выдержав дистанцию, врезался в Hyundai, а он влетел во впереди стоящий автобус. Хуже всех пришлось водителю Hyundai. В результате аварии он получил травмы. Всего за прошедшие сутки в авариях на дорогах Югры пострадали 5 человек. Теперь о штрафах. 4 водителей задержали за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. 2 попались впервые. Еще 5 отказались проходить медосвидетельствование. 39 автолюбителей заплатят штраф за выезд на встречку. 34 нарушили правила перевозки детей. В Нягане оштрафовали человека с подтвержденным ковидом. Он должен был находиться на самоизоляции 2 недели. Однако, когда полицейские пришли к нему домой с проверкой, больного там не оказалось. На няганца завели административное дело. Городской суд вынес наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Напомню, в стране действуют указания Роспотребнадзора. Граждане, болеющие ковидом, должны соблюдать изоляцию 14 дней до получения 2 отрицательных тестов.